Доброе утро. Мы все так же на выставке. Сегодня начнем с марказитов. Сейчас я вам покажу витринки с марказитовыми украшениями. Различные комплекты с разными вставками. Очень красивые модели. Некоторые модели у нас уже есть. Вот эти цветочки взяла. Очень красивая модель. В деле смотрится шикарно. И серьги очень красиво садятся. Так. Это гранаты. Смотрите, какие аккуратненькие такие комплектики. Гранат здесь идет в марказитах африканские. Кольцо вот в данном комплекте покрупнее. Вот этот комплект мне очень нравится. Я его всегда беру. В деле шикарно. Здесь мелкая россыпь, но тоже красивые комплекты. Вот новая модель. Вот это тоже красивая. Так, что тут? С топазами. Это Лондон топаз. Красивая. Очень крупные топазы. Вот такой вот комплект. Здесь, наверное, примерно где-то 12 диаметр. 12 миллиметров примерно. Я на глаз говорю. Вот это красивый комплектик. Капелька такая, да? Так, Раух топаз. Такой вот комплектик у нас уже был. С раухами тоже очень красивые комплекты. Султаниты. Ох, какой прям царский комплект. Красивые. Такие прям притягивающие внимание все-таки комплекты. Вот этот, вот смотрите, какой крупный султанит. Вот этот мне очень нравится. Прям сама нежность. Очень красивое исполнение. Вот эта вот модель, она в разных вставках бывает. И коралл у нас был, и хризопраз. Очень красиво. Вот это новенькая модель. Здесь тоже хорошо занижен штифт. Здесь такой прям перстенечек. Красиво. Здесь перламутр. Хорошенькие модели. Белый перламутр, здесь розовый. Вот это красивая модель тоже. Так. Здесь перламутр Авалон. Очень красиво, конечно. Вот эта модель шикарная. Здесь тоже, смотрите, серьги маленькие, а перстень такой большой. Такой у нас есть комплектик. Треугольнички, интересный дизайн. Здесь черный оникс. Тоже красивая. Практически все комплекты повторяются в разных вставках. Так, это синтетический коралл, прессованный коралл. Тоже хорошенькие модели. Кто-то мне написал, почему цены не озвучиваете. А здесь невозможно цены озвучивать. Их здесь нету просто-напросто. На бирках ценники не стоят. Это же не для розничной торговли. Здесь все выставлено для оптовых покупателей. И я просто делюсь с вами. Хочу показать, какие есть комплекты. Это корунды. Красивые. Вот этот вот прям прелесть. Здесь смотрите, какой кабошон. Вот такой комплектик у нас был с гранатами. Вот, наверное, я сейчас его еще раз возьму с гранатом. Такая прям вот нежная, лаконичная модель. Это корунды сапфира. Красиво. Так, далее. Что тут? С молоком. С молоком. Спасибо. Хризопраз.
Очень красивые ставки, красивые модели. Вот это новая модель. Ну, вот такие модели, конечно, вот такого плана я немножко побаиваюсь, наверное, потому что закрыт камень. Но это только, конечно, сугубо мое личное мнение. Мне вот хочется, чтобы камень был открыт, чтобы его видно было все-таки. Здесь мелкая россыпь хризопразов. Красота. Очень красивая модель. Вот это вот, смотрите, какой прям царский комплект. Красиво. Интересные модели. Так, далее. С хризопразом много разных новиночек. Красота. Так, броши. Смотрите, какие красивые броши. Это хризопраз и слоники. Красота. Так, ящерка. Ой, игуанка. Обратите внимание, что все украшения идут с бирками, с клеймом, с пробы. Все как положено. Совушки. Глазки у них гранаты, а посерединке это хризопраз. Ух, вот это вот я очень люблю подвеску. Это одна из моих любимых брошь. Смотрите, здесь качели, они подвижные. То есть дерево вот так вот. И вот эта вот качелька двигается. Здесь перламутр, бирюза прессованная, гранат, хризопраз, перламутр и лазурит. И марказиты. Прямо произведение искусства. Люблю такие штучки. Брошь дракон. Дракон с черным ониксом. Такая подвеска. Если мы вот подвески взяли, вот я вот думаю, может быть, все-таки взять брошь. Смотрите, ее можно носить и как подвеску. Вот у нее есть петелька. Красивая. Брошь очень красивая. Вот с топазом брошь здесь. Вот такая вот. Это черепашка с черным ониксом. Черепашки, кстати, с перламутром оболон смотрятся шикарно. Это такой... Это что? Лепесточек с сердечками. Красиво. Так, дальше. Такая стильная, да, брошь? Смотрите, какая. Ух. Забыла, как называется эта птичка. Сойка-пересмешница. Так. Что тут? Львы. Смотрите, какие. Ух. Красота. А здесь леопарды. Вот это новинки. Я такие еще даже не видела. Обалдеть. Смотрите, здесь с гранатом. Вставки гранат. Лапа тут, да? Вот эти вообще классные. Мне очень понравились. Я вместе с вами первый раз сегодня забежала на витрины. К витринам марказит. И мне прям очень нравится. Ух, какая красота. Совушки здесь. Львы. Очень красиво. Но мне вот эти леопарды с гранатами прям вообще бомбические. А это черный оникс, видимо, да? Сейчас будем смотреть браслеты и часы. Браслетов, конечно, очень много. И все они, видите, находятся в таких вот в пакетиках. На камеру, наверное, не очень видно, но в любом случае разглядеть можно, какого плана. Разные. Так, вот этот мне браслет очень нравится. Вообще комплект, шикарный комплект. Очень такой в деле смотрится. Да, не дешевый, но он и выглядит вполне дешево. Здесь что у нас? Это аметисты. Красивый. Здесь такой совушка-подвеска. Ну, вот с такими подвесками я, конечно, не беру, потому что, мне кажется, не совсем удобно это будет.
Здесь прессованная бирюза, сердолик и вот разный микс. Здесь хризопраз, сердолик, перламутр, оникс. Это с перламутром, с белым. Так, это перламутр Абалон. Коралл. Это синтетический опал. Тоже красивый браслет. Внутри пакета он перевернулся. Ну, красиво. Это голубой опал. Там раух топаз. Ну, красивые браслетики, конечно. На любой вкус. Единственная, может быть, проблема с размерами, но я стараюсь брать побольше размеры, потому что эти браслеты можно уменьшить. Это гранаты. Топазы. Смотрите, какие красивые. Не все, конечно, браслеты можно уменьшить по размеру, но в любом случае большинство из них можно. Кораллы, хризопраз, микс. Смотрите, какой веселенький микс. Это кораллы. Это новенький браслет. Очень много, конечно, появилось моделей разнообразных. Тоже красивая, да? Это с хризопразом. Гранаты. Это аметист. Такой же вот с топазом. Красивые. Так, по-моему, такой у меня есть. Широкие. Вот такой, девочки спрашивали. Вот я такой хочу взять. Цене, конечно, пока не знаю даже. По ценам сложновато. Красиво. Это что? Перламутр. Мне показалось, что с лунным. Это с ониксом. Черный оникс. Это тоненькие браслетики. Так. Вот это, смотрите, какой интересный. Здесь такой крупненький, да, морказик. Так. Интересные, конечно, есть модели. Кварц. Кварц. Интересно, такой жемчугом у нас был. Так, смотрите еще сколько браслетов. Здесь и часы. Красиво. Часы, конечно, очень большой выбор. На любой вкус. Ох, какой крупный гранат. Очень красиво. Шикарный вот этот подкомплект. Так, здесь топазы. Это опал синтетический. Это корунд. Здесь хризопраз, гранат, аметист, раух. Вот этот мне понравился, тоже красивый, да, это гранаты. Здесь освещение такое не видно совсем. Здесь вот еще видно в просвете гранатики. Здесь тоже гранаты. Очень красиво. Вот этот браслет мне нравится. Такие часики и комплект есть в деле. Очень красиво смотрится. Новенький такой браслетик, 17 размеры, нежный, смотрите какой, на тоненькую ручку.
слонами. Вот этот мне тоже понравился. Смотрите, мама с ребеночком. Красиво. Ой, лягушки, квакушки. 20-й размер браслет. Смотрите, какая красота. Глазки гранаты. Очень красиво. Вот этот красивый. Этот мы уже видели. Жгутики. Леопардики. Ой, какой красивый. Смотрите, какой. 18-й размеры только остались. Такой широкий на 17-17,5 хорошо, наверное, подойдет. Вот этот, да, симпатичный. Такой крупное звенья. Вообще здорово будет смотреться. Ой, смотрите, со слонами. Супер. Так. Вот этот вот браслет такой стильный. Колье такое есть. Я сейчас вот 40 отложили колье такое, длина 40. Там вот это вот колечко расстегивается, можно открыть и сделать, ну, подвеску другую повесить можно. Вот этот вот необычный, смотрите, какой браслетик. Интересный. Здесь опалы. Ох, какой тяжелый. Да, браслетов, конечно, очень-очень много. Вот это вот прелесть. Аметисты, тут миксы. А это что? Фианиты. Смотрите, с вальцованными фианитами даже есть браслетик. Интересно. Вот красивый браслет. Люблю такие вот браслеты широкие. Такой вот умеренно широкий, плотный такой вот. Прям весь заполненный, не пустой. Красиво, очень красиво. Так. И что тут у нас дальше? Часы. Здесь прямоугольные. Ой, какие красивые. Вот этот мне нравится. У нас такой был уже. Красиво. Все, он идет, принимает. Так, часы, все. Здесь уже пошли браслеты. Смотрите, какие красивые браслеты, очень. Да. С аметистами красивые, да, браслетики. Так. Тоненький такой браслетик. О, жемчугом. Смотрите, микро жемчуг. Ой, какая красота, бабочки. Перламутр. Так, дальше. Хорошенькие браслеты. Вот этот очень красивый. Да, синтетическим опалом много появилось, да, браслетов. Так, наши любимые леопардики. Так, опять опалы. А это справа бирюза прессованная. Так, это кто? Это кто? Это леопарды. Тоже лежит.
первый раз такой вижу. Интересно. Ой, вот этот красивый. Красивый браслет. 18,5, 17,5 размеры. Маленькие остались. Здесь цветочки с перламутром. Ой, смотрите, Микки Маусики. Браслет с Микки Маусом. Так, это цитрин. 18,5 размер. Цитрин. 19,5. Шикарный. Вот этот вот браслет, конечно, очень красивый. Столько цитрина. Красота. И слоники. 19 размер. Это есть слоники, один браслетик. Ну все. Показала, кажется, все. Девочки, смотрите, какой классный браслет. Вообще здоровский. А, отстегивается вот именно из этого колечка. Застежка такая. Как петелька. Девочки, смотрите, какая красота. Это ручная работа, эмаль. Серьги на английской застежке. Очень хорошо занижен штифт. Вот такой вот подвес шикарнейший. Это из эксклюзивной коллекции. Ой, перевернулась. Красота. Еще хочу показать, смотрите, какая геометрия, каких только нет серег, очень красивые, очень мне понравились вот именно асимметричные серьги вот такого плана, вот там треугольники с подвеской, с подвесной частью, так, 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 вон там вон есть красивенькие браслеты. Так, вот из вот этой серии мне понравились серьги. Хорошенькие. А тут, так, так, как же показать-то? Вот изумруды, рубины, сапфиры есть. Здесь гранаты. Красивые комплекты. Гранаты, топазики, агаты, раухи, очень много всего, марказиты. Вот этот вот комплект очень мне понравился с марказитами. Здесь мистик шикарно, да? С жемчугом красивые наборы. Тоже взяла несколько комплектов. Есть стильные, конечно. Так, что тут еще? Здесь подделка. Девочки, вот кто спрашивал, султаниты, смотрите, какие. Очень много вариантов. Тоже набрала. Девочки, смотрите, какая красота. Они у нас уже были, я их опять беру. Очень красивые комплекты. Отдельно комплектик будет с колечком. Тоже можно будет колье сюда подобрать. Красота. Это все, смотрите, в лимонной позолоте, да? А есть еще в обычной позолоте. Но, вот, на мой взгляд, конечно, в лимонке выглядит как-то более интересно. Пришли красоту смотреть. Я смотрю новые модели. Смотрите, какая красота. Очень красивые модели. Долго опять снимать не смогу. Все, бегом-бегом. Ну, хоть что-то вы увидите. Порадуйте свой глаз. И розовый кварц, и горный хрусталь. Здесь чего только нет. Это ручная работа. Вот новый какой-то комплект появился. Вон там красивые модели. Красота. Джемчик, смотрите, какая красивая модель. Ох, не в фокусе. Сейчас
попробую. Так, так, так. Во. Смотрите, как красиво. А коралл какой шикарный. 18 размер. Вот это тоже коралл, розочка. Красотища. Ух, смотрите. Опалы. Очень много всего. Так, как же сфокусировать-то? Подвески вон какие. Тут и аквамарины, и турмалины. Очень, конечно, достойные есть штучки, вообще прелесть. Подвески крутятся с опалами. Перстни с бирюзой. Какой только нет бирюзы. Очень красивая. Так, здесь янтарные, да, подвески. А здесь аквамарины. Прелесть. Красота.